Всем привет, с вами Прия. Сегодня вскрываем недельные сундучки. Надеемся на хороший лут и, как говорится, на большое количество АП. Все-таки 45-е знание сейчас даст о себе знать. Ну что ж, вскрываем. На дуреле я закрыл 12-й, получается, ключик, раз мне дали дополнительных 2 баджика. Один, второй, ну, третий основной. А вещицу я получил 935-й плащ, который идет на распыл. Увы. Модификаторы текущей недели — это усиливающий, мучительный, тиранический. Агрим по 5-6 мобов, спокойно все это дело выхиливаем и с боссами играем аккуратнее за счет тиранического, так как у них ратбафы на ХП и урон. Бля, клювожоры, что творят? Как картапать? Нашел. Отлично. Ну что, теперь этот друид будет отдыхать вплоть до того момента, пока я вновь не захочу крить на нем ключик. Окей. Идем дальше. Далее. Паладин. Это сейчас пускай сейчас дропы плохие пройдут, и потом хорошие начнут падать. Это я уже понял эту схему. Угу. А может, не понял до сих пор. А, сейчас потому что... Так, ну что. Вскрываем. Что это? Ступни? Ну, я себе недавно скачал такой аддон, как Павун. Значение я еще, конечно, не вбивал на твинков. Но это и так видно, то, что это улучшение для сапогов. Окей. Ну, артефакт я потом апну успею. Ключик, утроба, душ. Ну, вообще идеально. Конечно, на усиливающем утроба не самый лучший ключик, но пойдет на самом деле. Вполне. Боссы там уж не такие сложные под тираническим, а большой объем дамага, чтобы часто прокол мучительный, в принципе, неоткуда ловить. Так, теперь заходим на воина. Ну, получается, на друида плюс кристалл, на паладина небольшое улучшение. Ну, рост в 5 эквипов я считаю небольшим улучшением, на самом деле. Открываем. И лутаем нагрудник. 935-й предмет не теряет прочности, скорость, искусность и все, что только можно. Интересный нагрудник для армса, я бы сказал. Ну. Ключик 11-е логово. Очень много логова было на прошлой неделе. И, похоже, ситуация повторяется. Кстати, ровно половина силы артефакта. 50%. Ровень в ровень стоит. Красиво. Сейчас надо баджики на репутацию выслать, и можно уже заходить на ДК. Итак, сходи к почтовому ящику, отправка почты. Ой-ой-ой, что-то много всего высылалось. Ограничимся только этими тремя предметами. Угу. Ну и все, можно теперь заходить на ДК и лутать топовый, настаканный по шансу удачи лут. Надеюсь, мне повезет. Посмотрим. Момент истины. 3, 2, 1. Почему сапоги не могли упасть на ДК? А упали на паладина. Бред тотальный. Зато, кстати. Мне еще и АП не хватило для 69 уровня артефакта. Хотя, я сейчас быстренько реализую. Я убиваю мирового босса и лутаю 69 уровень артефакта. И лутаю первую особенность на усиление кровавой реликвии от третьей строчки тигеля на 69 уровне артефакта. Как я и хотел, к среде я апнул 69. С лутом, конечно, не особо повезло получается. На ДК я, скорее всего, этот плащ продам, но он реально мне ни к чему, потому что у меня сетовый есть, и я не собираюсь менять сетовый плащ. Ну, действительно, у него хорошие статы, и он очень хорошо подходит по моим статам. Далее там что получается? На паладина небольшое улучшение, на руля шмотка на дис. А получается воину
вещица на офспек. Суть в том, то, что у моей текущей одетой инфернальной кирасы на воине побольше намного скорости, и к тому же еще и сокет. А сокет такую хорошую прибавку на самом деле к статам дает. Вот жизненная история, скажем так. Убивал я, значит, мирового босса. Думал, ну ладно, уж так и быть, схожу воином за 20 секунд до сброса еженедельного кулдауна. Дропаю 945 сапоги. Забавно. А я чувствую, этот рарник будет очень долго умирать, потому что это мировой босс, и я решил его спулить соло. Это, в принципе, глупо. Но у меня все получится. Да. Всех вам благ, как говорится, счастья, здоровья, чтобы там все хорошо у вас было, голды там много было, легендарок, короче, всего, чего только можно. А я? А что я? Я буду апать артефакт дальше, ходить мне в плюсы и надеяться на наилучший просто дроп с мифических недельных сундуков. Да. Кто еще не вскрывал сундучки, обязательно вскройте. Может, вам упадет что-то полезного хотя бы. Ладно, мне-то, а я-то оденусь. Но вам, людям, которые заходят в эту игру раз там в неделю, в две. 935-я шмотка. Всегда окажется полезной. Короче, все. Warcraft не выдерживает такого напора от меня. Всех благ, до скорого.